Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарбар. Уже более 2100 пожаров и загораний потушили с начала года столичные огнеборцы. На пожарах за это время погибли 24 человека, 39 пострадали. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе детская шалость с огнем, а точнее со спичками двухлетнего ребенка, стала причиной пожара в квартире на улице Панченко. В результате пожара никто не пострадал, но квартира оказалась сильно закопчена. Уважаемые родители, не оставляйте малолетних детей без присмотра. Храните спички, зажигалки и другие опасные предметы в недоступных для детей местах. Минск чрезвычайный. Неправильное использование обогревателя едва не стоило жизни пенсионеру. ЧП случилось в понедельник утром на улице Садовая. Соседи позвонили на номер 101, рассказав о пожаре в квартире на втором этаже. В коридоре бойцы МЧС обнаружили 81-летнего хозяина. Пострадавший с серьезными ожогами был передан медикам и доставлен в больницу. В результате ЧП сильно закопчена квартира и повреждено имущество. Причиной возгорания, скорее всего, стало падение обогревателя на ковер. Минск чрезвычайный. Вчера пожар произошел в одном из административных зданий на улице Кирова. Информация о том, что в кабинете на третьем этаже горит имущество, поступила спасателям в начале рабочего дня. Сработала пожарная автоматика. До прибытия огнеборцев из здания были эвакуированы 150 человек, а работники Минсельхозпрода смогли ликвидировать возгорание с помощью порошкового огнетушителя. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание масляного обогревателя. МЧС напоминает, не оставляйте без присмотра включенные обогреватели, особенно на ночь. Не устанавливайте их вблизи от сгораемых предметов и материалов. Категорически запрещается пользоваться неисправными самодельными и приборами с поврежденной изоляцией. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.